Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И начинаем, как всегда, с ивента. Давай посмотрим, что у нас здесь будет за задание такое. Гаргантюа. Так, я смотрю, там спортивные зомби, да? О, а мне дают электрическую черничку. Так, замедляшка. Кукуруза. Окей. Так, давай, бомби. Черника убивает, ребята, любого с одного удара, если попадет. Даже гаргантюа. Так, слушай, куда ты идешь? Вот, совсем другое дело. Блин, летуны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что нам сделать? Я знаю, что нам сделать. Вот так вот. Черничка родная, не подводи меня. Так, надо замедлять. Ой-ой-ой, этот-то подходит. Давай его назад. Блин, а врагов-то будет немало здесь. Так, давай, наверное, так сделаем с тобой. Там еще один идет, гаргантюаха, ё-моё. Ну-ка, а если я вот так сделаю? Посмотрим. Блин, мне бы хотя бы гаргантюа подбить. Это все, конечно, хорошо. Мы с тобой бомбим просто зомби. Маленьких, обычных. А мне нужно вот этих вот уничтожить. Ну-ка. Посмотрим. Не хочет, ничего не хочет делать, а ты посмотри. Куда ты вот там прешь, а? Ну? Давай, уничтожаем их. Ну, давай, последний остается. Ну ты посмотри, а. Давай бомби его. Ну последнего-то добейте. Не хотят. Прикинь, не хотят. А почему? Смотри. Они пыхтят, но... Странно. Очень это странно все. В чем проблема-то? Я не могу врубиться, друзья мои. Черника не может почему-то убить вот этого гаргантюа. В чем может быть проблема? Блин, ну я не хочу тратить деньги. Так, оклемался, да? Оклемался. Все. Почему же они до этого не хотели? Мне не ясно. Но в любом случае, друзья мои, мы с вами получаем 3 пиньята на вскрытие. Так, это луковицы боулинг. Оу. Груша, да, насколько я помню. И 1000 монет. Ну что, я предлагаю еще разочек сыграть. Мне понравилось. Так, друзья мои, поехали. Та же самая будет, в принципе, раскладочка. Ничего нового здесь не сделаешь. Единственное, что капельки я не буду пока тратить. Поджарили. Так, давай сюда, наверное, поставим. Так, ульта. Я единственное не понял, что делает у нас черника под ультой. Ты обратил на это внимание? Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, подожди. А что это у вас так много-то? И сразу главное. Нет, такой расклад меня не устраивает. Ну-ка. Вот так мы сделаем. Стоямба. Блин.
Ай-яй-яй. Да ну хорош. Черника, вы будете работать или нет? Вы видите, что тут происходит? Тут вражина идет уже. Правильно, так его. Поджарили все-таки, да? Так, здесь мы можем что с собой сделать? Наверное, откинуть их всех. И сделать вот так. Это оптимальный вариант в данный момент. Давай еще сделаем вот так вот. Сюда поставим наших ребят-отталкивателей. Так, летит, летит. Его если подобьем, ребята, будет у нас удобряшка. Вот она. Замедляем. О-о-о-о, тихо, что это у вас там дофигища-то? Ну-ка, оттолкнем их. Встали тут, понимаешь ли, рядом. Придется так применить, друзья мои, офигли. Ну все. Смотри, опять та же самая система, ребята. Не хотят они почему-то вот этого гаргантюа бомбить. Ладно, подождем, может быть, он выйдет сюда к нам поближе, и тогда они его уничтожат. А кукуруза сейчас на зло будет бомбить своим маслом, да? И гаргантюа не сделает ни шагу. Так все это будет происходить. Ну, конечно же. Все, друзья мои. Победа за нами. 10 тысяч голды. Кстати, это хорошо, что 10 тысяч. У меня есть растение, которое нужно пропать. О, эндуриан. 6 эндуриана и 1000 монет. Ну что, ивент пройден. Давайте теперь смотреть, что у нас с тобой на арене. Что у нас, есть ли какие-нибудь квестовые ивенты. Так, ну здесь, во-первых, заберем с тобой награду. А гемов-то у меня, ребята, почти не осталось. Все спустил на арене. Так, забрали, да? Смотрим. Нет, здесь, к сожалению, ничего для нас нету. Зайдем тогда в магазин, возьмем с тобой бесплатно пиньяту, которую нам тут предлагают любезно. Так, и посмотрим, что из него выпадет. 5 арбуза. Оу. Ребята, еще одно растение, которое меня хочет прапаться. И 3 стрел скоро тоже, кстати, прапается. Давай посмотрим, что у нас тут. Скоро, друзья мои, март, и мы с вами будем покупать новое растение. А вот какое, я пока не знаю. Многие говорили, покупай мимика. Возможно, это будет мимик. Так, ну что, какое растение у нас тут с тобой хочет прапаться? Ну, естественно, я не буду водоросли качать. Кто? Кто у меня тут был? Так, сейчас у нас выпал арбуз, да? То есть мы арбуз можем качнуть. Но помимо арбуза у меня кто-то еще, ребята, есть. Я помню, что хотел прокачать, но у меня в тот момент не хватало... Ага. Фасолька. Нет уж, тогда я лучше прокачаю арбуз. Стоп. Погоди-ка, не то, друзья мои. Это и не фасолька, и не арбуз. Там именно требовалось 10 тысяч голды, поэтому я и не смог прокачивать. Кто же это может быть? А, вот, друзья мои. Цветная капуста. Да-да-да, цветная капуста. Ну что же, я ее прокачал. То есть, а еще помимо нее у меня есть фасолька прыгающая, да, и арбуз. Значит, и их тоже будем прокачивать с собой. Так, давай посмотрим, что у нас есть в Penny Pursuit. Мы с тобой, по-моему, тогда не прошли, может быть, даже уже обновилось задание с последнего моего посещения. Нет, не обновилось, поэтому будем проходить. Так, мне нужны финансики. Так что, поехали. Денежку потратили, нужно ее немножко восстанавливать. Ого. Так, что тут взять? Я, наверное, вот это вот возьму. Ага, и здесь у нас с тобой зомби-роботы.
Наверное, возьмем арбуз. Ледяной, конечно же. Дальше, так. Возьмем капусту. Возьму электрический горохострел. Вот так вот возьмем. Так, где у меня... Вот. И тут есть летающий, поэтому возьму клевер. И, наверное, нам придется еще взять... А, подсолнухи не могу убрать. Подсолнухи я здесь брать не могу. Чертовски плохо. Давай тогда так сделаем. Ну что, рискнем? Рискнем. Так, сюда поставлю арбуз. Вот так. И горохострелы эти. Электрические горохострелы. Возможно, надо еще мин здесь понатыкать. И оставить немножко на клевер. Потому что если они полетят сразу же, чтобы их можно было сдуть. Как-то так. Поехали. Посмотрим. Ну что, нет, пока не будем применять. Сейчас можно и так справиться с ними. Я так понимаю, денег здесь выпадать не будет. Верно? Скорее всего, да. Это чертовски плохо. Если денег не будет. Так, ну куда вы, куда вы, куда вы летите, а? Архаровцы. Сдувать их, хотя так вроде справляемся. Еще одна удобряшка. Можно, в принципе, одну, наверное, заюзать. Давай тогда еще одну. Да ладно, а что так быстро-то? Так легко. Ага, легко, еще волна идет. Но это уже последнее. Ну-ка. Да ладно. Ну тут простенько было, на самом деле. Простенько и со вкусом. 5 гемов мы с тобой получили, плюс 1200 монет. Так, и вот у нас с тобой здесь последнее испытание. Я думаю, не стоит рисковать. Давай, 1400 монеточек. Мне кажется, что финансы мне здесь больше нужны, чем эти самые 10 семян. Тем более на зомби-пот. Стручковый зомби, да? Так. Поехали. Ох, здесь катапульты. Давай, наверное, вот эту вот армию с тобой заберем, которая и была. Хотя тут прыгуны. И здесь нету механических зомби. Здесь, как вариант, я могу предложить. Где ты? Где у нас? Где Бэнг Чой, я, скажи мне, на милость. Вот он. Вот так. А, летающих тоже нету. Тогда убираем с тобой клевер. Ставим с тобой боулинг. И, наверное, гриб. Вот так вот. Попробуем. Грибы будут у меня вот на этой строчке, ребят, стоять. А Бунг Чой будет стоять вот здесь. Я надеюсь, не надо никому объяснить, почему именно здесь. Блин, я, наверное, зря брал грибы, потому что здесь... Они сами по себе падают. Эти солнечные энергии. Окей. Так, и боулинги, да, будем с тобой выставлять. Сюда вот поставлю. Пускай он пока идет потихонечку. Мне он не мешает, он сейчас взорвется, естественно. И после этого начнется волна зомбарей. Сразу же причем. Ну, а он не справляется, друзья мои. Нет, справляется.
Извиняюсь. Так, что, блин, сделать-то? Как лучше сделать? Давай, наверное, вот сюда. Ну-ка, влупи им хорошенько там. Так, подожди секунду. Ё-моё, да ладно, не может быть такого. Я перестраховался только лишь ради одного, что думал, здесь будут зомби-бомжи. Но их здесь почему-то нету. Давай, вали их всех тут. Так, теперь сделаем вот так. Ага, зомби-бомжи появились на горизонте, друзья. Ну-ка. Вон они, зомби-бомжи. Вот они начинают прыгать, и поэтому здесь я специально поставил бонг-чой. Нате-ка вам подарочки. Им нравятся мои подарки. Они в восторге от них. Давай поулинги тогда теперь уже поставим. Еще и активируем их по полной программе. Такая музыка, как будто сейчас будут танцульки. Но танцульки я никаких не вижу. Я вижу, что мы их с собой разбираем в хламину просто. В труху. Чё там? Что-то написали непонятно чего. Давай сделаем вот так. И вот так еще с собой сделаем. Но это последние зомбики. Вон, фараон идет последний. Сейчас мы его хотел подбить. Да, друзья мои, прошли. Очень даже неплохо. Так, ну что у нас остается? Ага. А вот, ребята, и зомбосик пожаловал. Ну что, давай его. Тут, наверное, я не потяну. Давай его пощекочем маленько, да? А раз он такой довольный, прискакал. Сейчас мы посмотрим, кто, что за зомбос здесь будет. Ой, что-то мне это не очень нравится. Ну давай так, наверное, сделаем. Опять офисные зомби. Опять офисные зомби. А вот это, наверное, уберем. Мы с тобой будем чуть. Тут бомжей вроде нету. Бомжей вроде нету. Офисные зомби. Вот это возьмем, наверное, да? Да и хорош, наверное, я думаю. А ты как считаешь? Или все-таки взять шипы вот против этих? Я даже вот не знаю. Да не будем мы брать. Поехали, попробуем так. Фух. Сделаем, наверное, вот таким вот образом с тобой. Здесь, конечно же, все абсолютно заложим минами. Знаешь, что я не взял? Я не взял подсолнуха. Ни одного. Вот это я, конечно, да, с горячухи-то. Поехали. То есть у меня, наверное, энергия тут не будет идти. Хотя, кто его знает. Может быть, и будет. Как мне только зомбоса бомбить? Чем? Арбузами? Ну, будем арбузами бомбить его. Воу! Курицы, что-то я про это и не подумал, друзья мои. Будем честны, я об этом не подумал. Блин. Откуда курицы-то тут идут? Ладно, поставим тогда электрических горохострелов,
Чтобы они, по крайней мере, хотя бы курицу уничтожали. Но-но-но-но-но-но. Шикарно, замечательно. Ой, вжаривай. Так, арбузы мне бомбят. Ты посмотри, что творит, а? Блин. У зомбуса еще дофига здоровья. Так, вот это мне нужно. Заряжаем. Шикарненько. Блин, минута, а у него еще здоровье есть, а? У него еще здоровье есть, и причем дофига здоровья. Давай так поставим. Минута. Мне за минуту нужно ему ушатать всю полоску здоровья, ребят. Но, в принципе, я вот смотрю, это можно сделать. И мы, кажется, сделаем это, да? 46 секунд остается. Давай сюда поставим арбуз с тобой. Так, мину. Все, ребят. Мы подбили зомбоса, то есть награда будет фуловая. Остается только здесь забирать все. Ага, ага, смотри. Мелкий думал прорваться. Мы его хоп, под гипнозе взяли. И он пошел против своих же. Вот туда ему и дорожка. Так, это все забираем, монетки. Ой, по красоте. Ты посмотри, какая тут каша, ребят. Ты просто полюбуйся. 4 секунды. 3, 2, 1. И мы с тобой прошли. Ну вот, смотри, у нас с тобой 2200, да, получается. Плюс 10 зомби-пот. Оу. Чарт-гвард. 5 подсолнухов. Надо же. И 10 зомби-энпот. Стручковый зомби. Так, у нас еще с тобой есть 2 попытки. Ну что, будем их тратить? Да я думаю, ну, стоит, да? Блин, можно было бы, конечно, немножко уровень усложнить. Но там, мне кажется, мы бы уже не справились. Там бы была бы жесть. Менять я, естественно, никого не буду. Мне кажется, что у нас идеальная с тобой расстановочка. Так, здесь меня все вполне устраивает. Let's rock. Let's go. Подожди. А почему? Почему не поставили мои растения-то? Эй! Вот это я лопухнулся, ребята. Это же надо было вот такую вот трихомудию сделать, а? Я просто взял и не успел. Вот так вот. Зашибись. Не понимаю, почему. Почему так произошло все, а? Ладно, давай бороться. Потом будем уже с собой думать, почему, да как, да что. Некогда рассусоливать на самом деле здесь. Нам нужно с тобой бомбить их. Арбузы, да? Мы медузы. Мы танцуем как большой ух, помнишь? Мультик. Так, и, конечно же, будем выставлять с тобой капусту. Цветную. Цветную капусту. Так, обязательно электрический горохострел. Ну и, конечно же, наши маленькие боулинги. Так, секунду, заряжаем. Заряжаем с тобой арбуз.
Ой, как шикарно. Мне прям нравится, ребят. Наверное, тут можно ускориться. Я поставил суперускорение. Давай сюда арбуз влепим. Мины. Мину, кстати, можно будет расплодить. Ой, как все классно тут выглядит. Быстро. Так, мне главное, чтобы зомби подбили. Вот что мне надо. Все, мы его ушатали, друзья. Мы его ушатали. Теперь заряжаем с тобой арбуз. Ну ты посмотри, что тут происходит. Красиво, тебе нравится? Мне лично вообще очень нравится, как тут происходит все. Какой мы им тут шорох даем. Ай-яй-яй-яй, по красоте. Ну просто по красоте, друзья. Остается 15 секунд. Ох, смотри, 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 смотри. Тут уже Гаргантюа вышел. Тут уже сам Гаргантюаха подошел. Ну что же, давай посмотрим, что на этот раз нам выпадет. Так, кстати, мы с тобой прокачаем еще оставшиеся растения. Тут выпадает нам примитивный орех. Так, и горохострел. Ну, плюс 10 зомби-энпот. Так, я предлагаю, ребята, еще все-таки один заходик сделать. Последний, так сказать. Не так часто мы с тобой встречаемся с зомбосом, поэтому... Можно здесь на нем нажиться неплохо. Именно и финансово, и по семенам. Так что погнали. Выбираем с тобой вот это вот. Так, оставляем все как у нас было. Только на этот раз я расставлю все-таки. Как здесь все должно быть. Я не знаю, почему в тот раз у нас так не получилось. Так, сюда арбуз поставим, сюда и, конечно же, электрические горохострелы. Все, let's rock, погнали. Появляется. Вот тут самое оптимальное, ребята, смотри, и арбузы будут бомбить. И если курицы побегут, мы все с тобой, как говорится, дорожки будем... Блин! Мы все с тобой дорожки, хотел сказать, будем под контролем держать. Фига он сразу наполучал, посмотри. Лихо мы ему тут припечатали с лету. Да, зомбос. Думаю, тебе не повезет сейчас. Ну, успел он выпустить две ракеты, конечно. Успел. Тут ничего не скажешь. Это все мелочи жизни, на самом деле. Бэмс. Ох, сколько энергии идет. Так, еще арбузик. Так, нужно, конечно же, выставлять. Слушай, надо цветную капусту поставить. Так, 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 так. Смотри, видишь, внизу что происходит? Внизу происходит какая-то дичь. Они успевают как-то пройти. Пока, честно говоря, не особо пойму, как они это умудряются делать. Вроде справляемся, да? А где удобряшки? Можно мне узнать? Куда вы подевали мои удобряшки? Так, ну что, у него осталось две полосочки хп. Дай-ка я, наверное, заряжу сейчас арбуз. Чтобы им было весело и вкусно, да? Так, сюда поставим электрический горохострел плюс арбуз. Куда его? Я уже не знаю, куда, ребят, тут чего расставлять. Все забито. Ох, елки ты палки. Ты посмотри, как он это умудрился сделать. А я тебе скажу как. Потому что не было там, ребята, в этот момент мины. Вот и все. И он просто пробежал. Не было мины, и он пробежал, да. Давай заряжай с собой два арбуза. Так, да и ускоряться тут, по-моему, пора. Чего мы тут с тобой? Как маленькие, да? Так, все. По хпшкам можно расслабиться.
Мы у него отняли все здоровье. Вот монетки только заберем. Вот дальше волноваться вообще не о чем. Ждем с тобой 17 секунд и победа будет за нами. Давай, 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 крамсули, крамсули. Ну все, зомбос, до свидули. Ай, молодцы, 3 победы, друзья мои. Ну и что, что изи. Главная победа. Так, шипы скоро прокачаются. Так, это у нас маленький орех. Вообще, я считаю, не актуально. И опять же зомби-энпот. Прекрасно. Так, ну что, я хочу прокачать 2 своих растения. Тут у нас, кстати, награда. Это гемы. И еще гемы. Прекрасно. Так, посмотрим, ничего тут вдруг добавили что-нибудь, пока мы играли. Нет, ничего нету. И... зачем я пошел на груд? Хотя на груд тоже нужно сходить. У нас тут... видишь, что творится? У нас тут можно много что посадить. Давай вот так, так сделаем. Сюда и сюда. И будь добр, полей мне вот. Потому что это деньги. Теперь идем с тобой в нашу энциклопедию растений и качаем арбуз. Друзья мои, 4 уровень он получил. И где эта фасолька прыгающая? Прыгающая фасолька. Тоже ее прокачаем, вот она. Прекрасно. У нас с тобой остается 4200 именно голды. И мне кажется, что не хватит. Нет, тут 5000 нужно. Ну что, давай сходим с тобой теперь на арену. Хотя бы пару разиков подеремся, да? Аренушка, где ты? Покажись. Так, не знаю, ребята, сегодня можно, в принципе, наверное, поиграть. И растение против зомби-герои. Кстати, смотри, 20 пиньят. Короче, давай сделаем так. Я один бой сниму на видео. И последний бой сниму тоже на видео, когда мы с тобой уже возьмем. Если, конечно, хватит гемов, потому что мы можем и проиграть с тобой. А хотя нет, не будем никаких пауз делать. Пойдем прям как есть. У нас всего лишь одна ошибка, может быть. И все, ребята. Если мы с тобой один раз, ну, как бы, ошибемся, мы потратим оставшиеся у нас гемы. На второй шанс у нас с тобой гемов просто не хватит. И здесь, ё-моё. Здесь... трындец просто. Зомби с разных стихий. И что будешь делать? Что ты будешь делать? Вот и я не знаю, что мы будем здесь делать с тобой. Так. Ну, давай, наверное, так сделаем. Тут 100% нужно будет нам с тобой брать гриб и мины. Смотри-ка, здесь очень хорошо действует яд. Яд? Или это что? Это теневые... подожди секунду. Так, это споры, что ли? Ну вот, предположим, я возьму этого. Предположим, ребята, я еще не говорю, что он будет у меня здесь стоять. Так, вот такая вот бутылочка, да, перечеркнутая с ядом, типа. Так, у меня только одно растение такое получается, да? Вы, блин, серьезно? У меня одно растение вот такое, и все? И как я тут должен, извини меня, играть? Вот оно где. Вот, и чеснок. Гарлик этот. Я не знаю. Я просто не знаю, я, наверное, все-таки уберу его и поставлю здесь подсолнух. Тут еще видишь, зомби это не зомби, а динозавр, который будет ускорять. Ускорять этих. Блин, ну хоть ты тут тресни, а. Ладно, поехали. Была не была, как говорится, ребят. Грибы выставим с тобой сюда. Так, сделаем, предположим. Сюда поставим поминки. Поминки. Понял прикол? Поминки.
Вот этих поставим. Ну что, проверим, насколько это классно. Ой, пожалею, что я не взял, наверное, этот персик. Начинается призыв. Так, тихо. Давай сюда вот так вот. Воу! А чё проминаете-то вы все? Зашибись! Они уже все смяли мне. Вот что я тебе могу сказать. Давай. Оу-е! Оу-е! Блин, летающие еще зомбари. Но если я сделаю вот так, к примеру. У нас что-нибудь вообще получается? Я ни шиша не вижу, ребят. Я вижу, что они тут летят как сумасшедшие. Давай вот так вот сделаем. Оу-е! Оу-е! Трэш какой-то происходит здесь. Трэш, трэш. Вообще жесть. Хорошо, давай сюда поставим. Сюда мину влепим. Активируем это все с тобой дело. Ты посмотри. Просто, вот, просто посмотри, что происходит. Они прям ко мне влетают сюда. Просто влетает в наглую. Это хорошо, что у нас с тобой есть вот эти вот ульта, да? И они стоят на дорожках как раз под ульту. Вообще офигеваю. Просто жесть. Так, сколько там у нас? Мы... О, да мы в отрыве... С таким перевесом, ребята. Ничего себе. Посмотри. Мы нашего оппонента просто сделали по полной программе. У нас уже почти 3 ляма. Он еще где-то в районе ляма танцует. Нет, уже 1,5 ляма у него, да? Ну тут безоговорочная победа у нас. О, мы еще и этого взяли, Гаргантюа, под свой контроль. Ну тут все, ребят. Ты посмотри, мы набили полностью с тобой очки или не полностью? Не пойму, полностью, не полностью? Не полностью, да, по-моему? Или полностью, блин? Нет, чуть-чуть не хватило, да, нам его? А нет, все хватило. 11 волн мы пробили, прикинь ему. 11 волн, и того у нас 4 ляма. Офигеть. Мы с тобой забираем 12 конфет. Слушай, почему вот сейчас я не могу прокачивать, например, свои мяты за конфеты? Почему они это убрали? Раньше это было, а сейчас нету. И я на 6-м... Да, я на 6-м месте. Ну что, попробуем с тобой заработать вот этих 8 пиньят. В принципе, есть такая вероятность, что мы можем их получить. А есть вероятность, что мы можем с тобой сфейлиться. Тут все зависит от того, как повезет и какой будет у нас оппонент-противник. Я, наверное, состав не буду менять. Все как есть, так и оставлю. Окей. Let's rock. Reload. Погнали. Погнали. Так, главное, чтобы удобряшек было побольше, да? Вся сила в удобряшках. Как ни крути. Да чтоб тебе, он цветную капусту мою, ребята, уничтожать собирается. О, и не только цветную капусту. Вот он жучара, ты посмотри, что он сделал. И... Слов у меня нет. Фокус мой уничтожил, а? Не, ребят, хорош, давай завязывайте уже со своими приколюхами.
по-моему, нас тут... Нифига! Ты посмотри, как стартанул оппонент-то мой. Ты просто глянь. Ё-моё. Да, друзья мои. Дело как-то не пошло. Вообще оппонент круто меня тут наказывает. Полюбуйся. Если не веришь мне. Очень круто. У меня всего лишь 200, у него уже 500. Что же он там применяет? Как, какие стероиды, ё-моё, вкалывает своим растениям, что они вот так вот жучат. Я не вижу, ребят, удобряшек ни одной, понимаешь? У меня нет удобрений. Куда все удобрения делись? Вот оно. Вот оно, милое мое удобрение. Погнали, погнали, погнали. Некогда тут рассусоливать, гоним дальше. Крокупсы, покусы, блин, все вот это вот. Да он зачастил уже что-то совсем, смотрю, с этим делом-то. О, меня здесь смяли, друзья. Меня пробили, промяли. Я здесь не выдержал. Ты посмотри, что происходит. Что-то пошло не так. А в чем проблема, я не знаю. Ну, явно не в хорошей погоде. Он еще и раздавил здесь всех. Все. Трындец. Что вот они думают, что мне от этого станет проще, что ли? Надавали мне кучу этих, а толку-то? Это бесполезно. А раз на раз не приходится, ребята. А раз на раз не приходится. Посмотри. Ну и чё тут? Ничего такого особенного я не вижу, ребята. Я тебе говорил, что у нас всего лишь одно право на ошибку. И я его применяю. Ох, трындец. Просто меня смяли. Я не знаю, почему пошло. Что не так? Видимо, не давали удобряшек сразу же. Или в чем проблема? А я затрудняюсь себе на это ответить. Но менять я, ну, ничего, ребята, не собираюсь. Как все есть, так пускай и остается. Меня вполне устраивает. Тут дело везения. Элементарного везения. Так, ну что? Погнали. Начинается вот этот вот призыв. Глобальный у него, да? Может быть, надо брать побольше этих гипнокапусты. Может быть, надо крокус-покус этот брать побольше. Ну, не знаю, ребят. Как здесь эффективнее воевать? Пока вот так вот. Капусточку поставим, да? Сюда этих. Про электрических не забываем. Ну-ка. Погнали. Почти один в один идем, ребят. С оппонентом, с нашим. Нога в ногу, так сказать. Рука в руку. Погнали. Раз и два. Сейчас вот вообще замечательно все прокатывает. Посмотри сам. Главное, не, как тебе сказать, не сбавлять темпа.
Главное не избавлять темпа, и все будет окей. Хотя плющат здесь вообще по-жесткому. Ты посмотри. Зомби аж, бедолага, где-то с той территории бежит. Как он там оказался, объясни мне. Ё-моё. Крокусы, покусы, все, что у нас есть, все активируем. Без остановки, друзья мои, без остановки. Так, еще удобряшки, давай активируем. Аж по две, по три штуки за раз, понимаешь, нам предлагают. То есть, ну тут вообще люто. Вот тут мы с тобой люто, конечно, наяриваем. Ты посмотри, какой отрыв. Почти 5 лямов мы с тобой бомбанули. Ну и здесь у противника вообще шансов не было. Ну, таким-то, понятное дело, составом он далеко не уйдет. Но наша цель была главная — получить 8 пиньят. И я их получил, как ты видишь. Давай вскрывать. Так, шипастая лужайка. Окей, 10 штучек. Так, электрический горохострел. Это тоже хорошо. Солнечная фасоль. Угу. Грушу что-то мне эту стали давать. Имп-пир. Так. Стенорех маленький. Аке. Чомпер. И все, да, по ходу дела. А, еще и кактуса дали мне. Ну и прекрасно, друзья мои. А сколько нам нужно для того, чтобы получить 20 пиньят? Еще много. Еще много. Так, а сколько ивент будет длиться? Еще 5 дней. Ребят, мы еще успеем с вами заработать эти, надеюсь, 20 пиньят. Но это уже будет, естественно, в следующей серии, в следующий раз. А на этом я буду закругляться. Подожди секунду. Ну да, тут только конфеты. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.